А, блядь, что-то не пишет никто, блядь. Это налево. А чё сдохли-то? Да ничего, просто так. Бля, что, сорвались все или нет? Не, яд. Чё, блядь, ну ладно. Тотем не стоит. Да хуя просто, агрить не надо, блядь. Жуки бегут на тебя, а ты назад с ними уходишь. Хорошо. А не это, не идешь там. Три жука еще нормально, а когда ты ведешь 5 жуков, 6. Вообще где-то со стенкой стоит. Да сейчас я знаю. Паладины, если что, яд диспелить умеете. Вы в Дисе, Павла? Да. Вон Павла диспелит. Если будет два пала диспелить, то нормально будет. То не все. Бля, почему у них хп не отображается? Пауков ебаный. Такие. Да, да, тоже такая же. Ебаные пауки. Оп, нихуя себе топорчик. Ну, трансмог нихуя, да? Ебать, красивый. А дайте каску, блядь, под ДК лучше. Туда реку лаг. Красивый, красивый топор, блядь. В смысле, сопротивление, каст не сбился, сопротивление было охуенное. Что-то не пишет никто, блядь. И у меня чат, может, проворачивается. Бля, ну вроде что-то танчится, нахуй. Да хули тут танчить, блядь? Да я ж ни разу не танчил. Ёбаный в рот. Ой, женёк, блядь, женёк.
Забирай давай пидорасов этих. А то сейчас все сдохнут. Да я не успеваю нахуй. Давай, блядь, блядь, лужу хуярь там, блядь, ЛПшку да хуярю, каждого. Блядь, истерию нечаянно нажал. У тебя, блядь, одна кнопка, это ЛПшка. Ну, тут их было побольше, блядь, ЛПшки, поэтому немного был проем. Ты выкинь все лишние кнопки, сразу будешь нормальный танк. Ёбаный в рот, еще и пауки. Я в оглушении. Так ты отойди, блядь, куда-то к звезде, блядь, хули ты там стоишь? И не агри лишнюю хуйню уже. Не топыри откидывают, блядь, из челика. Пал, сколько раз ты сдох уже, блядь? 5? Примерно, да. А чё ты так, блядь? Ой, ебать. Он совсем не сильно. Давай там кровь вампира, прожимай какую-нибудь хуйню. Прожимал. Я тогда хуячу. Таргеты тебе менять предлагают. Блок. ВП-шку в одного, в другого. Поменял цель в одного, у другого. Пешка, удар чубы. Ну а это 24, чё, лужа не должна агрить? Должна, кидаешь ЛПшку, блять. Удар чумы, мор, потом только лужу кидаешь. Ну это я знаю, но, блять, их так было дохуя, что я не успел раскидать, они уже на вас тебе полезли, блядь. Ну вот в эту дырку идем. Вон опять нахуй выглядит какая-то пластик. До смотрителя дойдем. Не надо магом нахуй, блядь. Шапку мою ролить будет. Кстати, первый тролль, он же вроде. У меня шапка есть. Не, он Т4. Я в прошлый раз ходил, ты Т4 вроде в груле и в каре вроде полутал, да, что-то такое. Он в перче, по-моему, да, лутанул? Угу. И потом в груле он что-то лутанул, помню, я ходил тоже. Штаны мне выпали последний раз. Только это, за стенку не прячься от хила. Да, блядь. Сука. Давай, разъебывай. Просто. Там, блядь, на танке нажимаешь все, нахуй. Главное, чтобы у тебя в макросах кто-то руник был. Со всеми кнопками что-то нажимаешь. А у меня вообще макросов нет. Ну а как ты руник нажимаешь? Вручную. Бля, пиздец, хуёво. Усложняешь себе жизнь. Ну, загорается, я его сразу жму. Так. Ну это. Вот этих, наверное, еще. Не знаю, сагрится, нет. Давай, разъебем. Так, там что-то другое поставить. Дне воздуха, да? И... Что-то еще, блядь. Я что-то не вкурил, альфа-тестер. Ты, блядь, хэпал? Нахуй я тебя взял?
А что, идем, нет? Да не, мне, блядь, три хила не надо. Ну, блядь, притяни вот моба, чё ты. Всё. Может, у меня спек ДД есть? Может, он еще и не в дисе, наверное. Там, чтобы не сдохнуть, нужно из огня выходить. И еще за стенку не отходить от хила. Вот где-то, где звезда стоит, там нормально стоит. Так, мы сейчас все сдохнем просто. Ну и, конечно, мобов отворачивать, давать им стан. Всякую такую хуйню. Миф небес тоже здравая тема. Альфа-тестер, ты тут, блядь? Бля, висит. Так. Вот сюда нам, да? Смотрите. Толпу-то не обязательно было эту агрить. Все в красном, блядь, тут у меня. Они что-то, что видно внизу, отсвечивают. Может, там, блядь, в гильдиях у кого-то есть, блядь, ШП, блядь, сова, блядь. Вместо этого пала взять. Тут вам придется идти. Сум там мы трэш бьем. Некоторые не диси. Плохие тапки. А да, у меня с РБК пойдет.
Так, а куда мы, кстати? Смотрите, блядь. Блять. А чё вы, я не знаю, это... Так, этот улетел. Зацепил. Не, он багается. Стоит на месте. Женёк, бля, меня пиздят. Ну, нормально. Женёк, он, блядь, в кару редко ходит. А если и ходит, то дорогу не запоминает. Все бегут, и я бегу, да? Да, похуй просто. Блин, чтобы запомнить дорогу, тут нужно вайпнуться 100 раз, блядь. Побегать. Да я в эту кару давно уже не ходил, блядь. Мне просто шлем на танк-то нужен, блядь. И шея, ну шея, походу, тут не падает никак. Альфа-тестер, ты в диссе, блядь? Нахуй я тебя взял вообще? Знал, что это пал. Ты ретрика, это хуёвая будет для тебя. Ты ему дислинка, не? Что он, блядь, в гильдии? Что-то сова надо какая-то. Палы вообще охуеют, когда их токен выпадет, я его заберу, блядь. Он не знает. Ну, 3КД постановил в солотарь. Как палы даешь, блядь. Палы так же дают. Самая залупанская кара, блядь, тут дамажить будет только вар, лок и хант. На смотрителе ты имеешь в виду? Да вообще. Сейчас взглянем, блядь. А чё, ты ж два хила, а чё уж... Уж у этого ДЦ нету ШП? Нету. Давай, агри, бабок. Угу. Не хочу. Ты вообще должен быть впереди планеты всей. О, на меня кинулась эта хуйня. Ой, сейчас нахуй триню поменяю, там пламя лену нахуй. Блядь. О. Женёк. Сейчас там, блядь, сагрят по комнату. Да пох. Не, хватит. Там кто-то побежал вперед, да? Это кто у нас? Да лог сдох. Да лог сдох, неожиданно. Напулить, наверное, хотел. Давай, агри.
есть уже. Ну, там сюда зайдите с этой хуйней. Не знаю. А зачем мне тут просто ШП пишет? Я так понял, он уже не нужен, да? Я бы взял. А, ну он пишет плохой ШП. Хуёвый. Угу. Да и что ж ты нахуй убила, блядь? Плохой это как, блядь? 6К не дает, что ли? Ну не знаю, сейчас прошу. Нет, не даст. Да заебал он, блядь. Что за бред, он просто срывается. Так, ладно, сейчас. Где, блядь? Угроза. Я не понимаю, он просто срывается с меня, вот хуй, блин. Чё ты не понимаешь, блядь, Зенёк? Чё, у него агро обнуляется, что ли, или чё? Я не знаю. Говорю, просто срывается и всё. Он не срывается, он обнуляет агро, блядь, своё. А чё он его обнуляет? Хуй его знает, спроси у него, блядь. Я тоже не знаю. Нахуй, я ДД играю всю жизнь. Это... Чё, идем или ты будешь ШП искать? Надо кого-то найти, потому что это палы, пиздец. Они и так оба мало дают. Альфа-тестера надо менять. Ну давай любого, похуй уже. Ну похуй, блядь, это не по щелчку пальцев делается. Если у кого-то в гильдии есть онлайн, то спросите. Что, именно ШП сова нужна? Да. Либо какой-то другой. Так, вот, Мишка сова.
тестер тут? Да. Я тебя это меняю. Там у тебя и этот, и пал слабый, и хилом ты третьим был. Что я тут руида возьму? Да он, наверное, просто тестил палу, чё. Да нет, просто он гильдию плюсанул, а у нас уже и так два пала, он еще и хил. Был бы там какой-то 240-й, был бы смысл. Так. Еще раз, палы там Танат и АЕЕ. Разобрались там, кто каски, кто кулаки. Крест на мне вижу, а вот каска почему-то 8% на мне. И баните каску нормальную. Кто там каски дает? Ну, сова это прям 5к. Если не меньше. Ну, пол. Ну да, 5к и будет. Потому что еще 213 идол, хотя бы был 245 на 200 крипа. Сейчас позаберем, блядь, токен. Еще все сокеты выспадают, а по-любому. И ебать, блядь. А, ну тут чисто хил, понятно. Прям. С говна и пал. Угу. Хули лучше 3% меткости даст. Так, что, локал зашел? Ну это, ну лапку ебани. Пока мы тебе не банули. И все, и чё, будем. Кто? Да, сейчас будем по сферам, главное играем все. Все, пошли, все готовы. Пуляй, Женю, хуярь. Сферу играйте все тут. Кто не играет сферы, тот пидор. Блять, а истерию не дал, ёп. Блять, ДЦшник, нихуя себе. Убили сферу, что никто не просил. Ёп, у него пиша. Так, смотрим на ДПС. Сова 5.5 дает, это уже хорошо. Так. Что-то первый тролль маловато. Знаешь, сегодня пошло просто все не по плану. А, поздуны пришли. Фул собрали. Да я поняла. Я просто зашла. Баша. Так, хант почему-то меньше 6к. Чего на комбусе? Смотрите. Короче, 11-12 рога, но это сейчас на этой хуйне. Нихуя, сова до 8 разогналась, прикинь. А вы говорили 5к, блядь. Нормально. Судя по хп, если проходной дефицит. Сова в полухиловском шмозе, блядь. Да мы знаем. Ну да, да, он видно хил. Он, блядь, 3%. Блядь, слушай, тот лок вообще напрягает, он меня постоянно спасает. Да он с тебя ничего не сорвет, там, блядь, 1000 ДПС этого, агро разница. А почему-то он поворачивается на лока, или так? Блядь, Женёк. Жене страшно. Я первый раз танчу, что ты для меня, тебе серьезно? Да какой первый раз, ты танчил уже? Ну нормально, не кипишу, он поворачивается при касте в кого-то. Он, видишь, он хуйню кастует. Я думал, это с меня ебаный лок срывает. Он не срывает. А, ну да, вон же у меня включай на скан, у меня 2500, а гроб лока 1900. А, ну все. Кто там топ-1? Кому истерию дать? Роги всегда давай.
Только роги даешь. Хорошо. Давайте по боссу похилим. Сейчас переведется уже. Так, сейчас будем пробегать. У нас есть один БР, один СС, два дивана, танк, который никогда не танчил. Он просто побежит. Будем надеяться на то, что он не сдохнет. О, перчаточки. Да, хуёво. Ой, я 4500 дал, нахуй. Так, вот эта параша нужна кому-то сразу. Кожаная. Ну, это на друида только. Слышь, сова 8600 дал, слышь. Нормально. Так, ну хули я могу сказать. Я тогда разрулю сразу их. Но они, походу, никому не нужны идут. Да? Мне нужны. А тебе нужны. В смысле, ханту нужны? Да, я за ними только и шел в перчаточки. А, точно. Ты же бы в конце ролил, сейчас ливнет и все. Нет, это не, я не ливнет. Этот не ливнет. Не ливнет. Слышь, это, а у тебя что, 4-4? Сейчас будет. Все, ебать, иди делай спек пока. Это, подожди, ты пока не делай, сейчас мы пробежим сначала, там где-то на трэше можно сделать. У тебя ДПС на 2 раза вырастет сразу. Так, Женек, ты знаешь, куда бежать? Ну, туда наверх. Туда наверх, все правильно, побежал. А инженер тебе одевать или нет? Одевай. Сейчас, подожди. А, нет, он идет сюда, подожди. Они там, по-моему, КД 30 секунд не вешаются, их вроде как сразу можно прожать. Ну, там, да, когда сразу посчитаешь нужным там. Но смотри, ты типа, если это и не зыбкие, это все готовь, типа. И захват руны, всю хуйню готовь, прожимать. И пета съесть, чтоб ты не сдох. Все, беги, лужу кидай. Беги, беги вот сюда. Ага. Все, все бежим. Главное, чтобы кто-то... АСС скинул на кого-то, как не на себя, а вот на себя. Масрез, если что, есть, да? Так, сейчас я тебе что-нибудь кину там. А че, ебать, я выжил. Ну, заебись. Ну и все, и здесь. И здесь вставай. Здесь падаем. Всю хуйню прожал. Ну, первый тролль ГЦ вообще хорошо получился. Угу, он сейчас мощный стал. Вообще удачно. Не, просто субфы в 4-4 вообще имба. Ну, вы сильно губу не раскатываете от того, что он сейчас 4-4 наденет и сделает спек, он от этого дамажить прямо сейчас больше не будет. Будет. Ему сначала нужно понять ротацию, как вообще, давай, что ротация, это делать. Ловушку под жопу и разрывной жмешь. Вся, не, ротация. Надо же еще спек сменить. Вот ты посмотри на его дамаг сейчас в 3-4. Ты думаешь, у него прям увеличится многократно? Я сомневаюсь, что в данную секунду увеличится. Ему нужно время. Да, ну, да, у тебя есть 30 секунд времени, давай. Лол. Не, ну в принципе 4-4 в ММе тоже увеличится. Как сказал легендарный Джерион, блять, либо ты подтягиваешь скилл за 5 секунд, либо я тебя кикаю нахуй. Подтягивать скилл за 5 секунд, блядь. Просто нахуй спек делаешь, нахуй. Разрывную под жопу нахуй. И обычный разрывной спамишь, и все, нахуй. Вся ротация, блядь. Все, давай разъебываем. Так, тут станы надо будет дать. В первую очередь убиваем кружок.
Все играют по кружку. Все по кружку. И когда у него мало хп будет, давай рога дашь стан. Готовься. Так, отлично. Теперь все в ромбик. И то же самое. Там либо паловский, либо любой стан, либо притяжка, либо рывок вара. Любая хуйня. Просто есть классы, которых 4-4 очень сильно апают, прям пиздец. Ну да. Этот получается ШП, Хант. Да я бы не сказал, что прям сильно там апают. Ну, блять, я тебя видел, нахуй, у нас в гильде, блять, просто сурф дает, нахуй, 9 давал в 2-4, нахуй. Он взял, нахуй, 4-4 и стал давать 15. Ну, заебись. Ну, 14. Соло таргет 15. Ну да. Да у нас гильда заряженная. У нас, блядь, ебанки, дед. Ебанутые ДДшники, нахуй. У нас есть лок, нахуй. Соло таргет. Лужу, лужу, лужу. Да сейчас, нахуй. Пока раскидается это все. Конденсатор кому-то надо в рейде. Сова, по-моему, надо, да? Ага. Мне на ШП надо, да. Конечно, надо, только он ни хрена не падает. Вот никогда, ты. Блядь. Да. Ну я один раз собирал, вроде у меня один раз падал. Сейчас, может, тоже упадет. Тут раз выпал, и чувак забыл поставить на распределение лута. Угу. Чувак подобрал быстренько и ливнул сразу. Так, Женек, тут одну пачку сагрии назад. Потому что это, если залетим в комнату, можем пизды получить. Хотя у нас вроде все скиллованные. У вас танк не скиллованный. Ну да, кроме тебя. О, пачка сагрии у вас. Ну смотрите, там косты сбивайте, потому что мы можем пизды получить. Так, вроде нормально. Все, значит, заебись. Да потому что у нас с руфами уже все сдохли. Там эта сова просит поезд на меткость. Я не прошел, просто показываю, что валяется. Выпал, да? Тебе надо. Тебе он надо? Вроде крит меткость, да. Это вот. Ну если будет. Никому не надо, то давай. Я думаю, не надо никому. Так, где он там? А, вот он. Так, мобов убили. Там он еще один пиздюк остался. А, ну все. Ну и сразу вырывайся. Сразу вырывайся, сразу разъебывай. В смысле, у меня три не на тебя. И похуй. Черепок убьем. Все, пошли, нечего стоять. Хули молиться, блин. Два хила у нас. Баша. Ой-ой-ой. Пизды не дали. Пока.
Там ауешки сдавайте, когда вот мобов 10 накопится разок. Но не фанатично, типа. Старайтесь через босса больше играть. Потому что все-таки цель босса убить, а не трэш покрутить. В принципе, там вот этих вот двух палов вара хватает спокойно. Так, у меня вопрос, блядь. Кто у нас будет стоять на синем? Лок, что ли? Ой, блядь. Да я и миликов иногда ставил. Лок, ты это стоял же, да, на синем? Вообще, по идее, стоял. Знаешь, на каком стаке там появляется третья лужа? После. Между где-то 34-36 где-то так. Чтоб там была этот заслон от темной магии, блять. Так, тихо, у меня миссия, мне нужно. Танки. Че у тебя, Женек? Миссия ханта обогнать. А. Это очень важная миссия. У меня вгоняет. Ебать, геймплей за хила, конечно, стою, нихуя не делаю. Хули тут в одного надо ходить. Уже где-то 240 плюс так и будут, наверное, ходить. Не обогнал, ну ладно, сову обогнал. Чисто в одного стрелял, реально лучше стало. Духаст это нахила. Че ты говоришь? Я говорю, чисто в босса стрелял, вообще реально лучше стало. Так вот это надо тебе прист. Нахила там на ДД, хуй знает. А ты че, 4. Ты 4 одел или не хуй? Одел, ага. А, просто не зачаренный обычный? Ну я инженерку зачарил. Значит, тут гриду закинул. Ну там, блядь, ММ в 4-4. Ну да, но все равно лучше стало. Я в сурва потом переделась. Там сурва вообще хуем по клавиатуре бьешь и. А там три кнопки, я так посмотрел вроде, да? Че? Три кнопочки жмешь и все. Там главное ловушку под жопу всегда кидать. И а там она же от Т4 сама ложится. Нет, там они разные, нахуй. Вот много кто не поменяет, не понимает. Давай же, должен... блядь, мобы наверху стоят, видишь там? Да я бегу же. Стоит там, блядь. Нет, я бежал, это просто медленно. Там под жопу. А ты 4 это другая ловушка. Короче, чтобы две ловушки сразу ебашило. Ты должен стоять в рейнже что-то 10. Короче, чтобы вот постоянно, как только. Откидешь от ловушки и кинуть ее снова под жопу. Отбежать от... и снова стрелять. Получается то, что ловушка взрывается с взрывной. Бля, куда они собрались, сука? Так, а куда мы идем, блядь? Нам же вот сюда, да? Сначала. Так, сейчас этот пидор пройдет, короче, это ворота, и будем заходить за ним. Чтоб там случайных пулов не было. Сейчас он чутка отойдет. Так, заходим за звездой потихоньку. Танат. Тут не зашел. И похуй. Танат, что ты спишь-то? Его притянет.
и тянет, да. Кто там не зашел? Так, давайте как, значит. Вот эти чародейские возьму на себя. Рога давай огненный, а вар давай ледяные. Косты все сбиваем. Женек какой хочешь. Вот этот чердейский я буду стараться. Женек, давай чердейский, страхуй меня, а то я вдруг промахну. Хорошо. Не двигаемся. Этот пал за дверью, там не двигайся. Так, сбиваем косты, иначе мана у него, блядь, до 20 опустится, он нас превратит. Еще какую-нибудь хуйню даст, мы еще сдохнем нахуй. Так, огненный чуть не сбили. Ну да, когда не сбили. В итоге я червей сейчас бить не успел, не успел. Сука, промо. Женек, блядь, спишь. Надо не когда он уже начал кастовать, а когда он подготовку кастует к этой хуйне. Иначе он ману потратит. Что он быстро слишком кастует? Не хватает его. Убивать они. Да, блядь, ну есть проклятие косноязычия, если у Лока, если ему не трудно, может кинуть. Так, стоим на месте. Тут, блядь, промах опять был. Где-то процентов на 30 или 40 он вызывает големов. Ну, големов там побаните. Что, бичей дать на големах? Бичей дашь. И таунтишь, и ЛПшки в них кидаешь по КД. Иначе они меня отпиздят. Вот фаербол кто-то не сбивает. Сбивайте косты. Готовимся, големы будут. Надо будет, чтобы хилов они не убили. Вот големы. Сбивать им косты по возможности. Если которые не в фире, не в бане, сбивать им косты. Похуй на босса пока что. Женек на себя агрит, а он ти голема. Пусть лучше тебя пиздят, чем нас. Венец. Не двигайтесь. Не двигайтесь. Так, а притяжки, я так понял, и не было, да? Пал, ну, она, пал до сих пор за дверью стоит. Верно. Так, почему-то напало все эти. Я... Давайте щитов нам. Три, его все големы ебашим. Беги, малышка, беги. Отбегаем. Че это за хуйня? Первый тролль и фанат. Че у вас, блять? Что-то как-то, не знаю, далеко. Не двигайтесь. Закончится бой, если вдруг он... Нет, он не умрет. Не двигайтесь. Три секунды еще. Сейчас разъебал. Шапки эти солить уже. Хан, тебе надо эту шапку? Не-не. Это 4. Так, друиды, скину тапки эти. Вроде никому.
Блять. А, я микрофон не выключил. Ну, не за... Тонат, чё лежишь? У тебя реза лежит?